завожу я им мотор, и мне этот звук и классным кажется опять. Я и сижу и слушаю его, мне мотор мурлычет вот, а я его и слушаю. А я и сажусь, и звоню, и я диспетчеру и своему, и он мне находит работу. Вот приехал я на загрузку, и я загрузился, но мне и ехать далеко, на восток. Вот и еду я на восток. Вот и я и приехал на восток, и еду я по дороге, и в Нью-Йорк, в Нью-Йорк. Вот она и эта статуя американская. Статуя, я ее и видел издалека, но и я не приехал на разминку, ребята, да. Вот, вот и я еду назад на запад, я еду, и я еду. И мне все классно в этой работе, прикольно. Вот так, мне находит действительно работу, вот. Я ему это говорю, и какой-то процент из работы, вот. И мне хорошо, и я и говорю, у всех на карточках есть бабло. Вот и все, примерно такая история у меня. Я и вам ищу, классно, да. Мотив такой пусть был простой, я понимаю, ребята, это хорошо. И подтяжу свой тогда, и все надо иметь, и исполнять это классно, выражать у своих героев, если это, ребята, не так уж просто сделать, у кого есть слух, потом делают это вслух. Спасибо, ребята. Спасибо.